С 1 августа будет произведен перерасчет пенсии примерно 74 тысячам пенсионеров Ивановской области. На корректировку имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году перечисляли страховые взносы. Обращаться в пенсионный фонд для перерасчета не нужно, корректировка делается автоматически. В отличие от индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, когда выплаты увеличиваются на определенный процент, в данном случае прибавка к пенсии для каждого, кто имеет на нее право, рассчитывается индивидуально. Она будет зависеть от заработной платы, которую он получал в 2018 году, и от размера тех страховых взносов, которые были страхователем за него уплачены. Такие перерасчеты на территории Ивановской области будут произведены примерно 74 тысячам пенсионеров. Максимальная прибавка к пенсии будет ограничена в соответствии с законодательством 3 баллами и в денежном выражении составит 261 рубль 72 копейки.